Так, назад, Нет, вверх. как? У меня не получается. Так. А что там, сетевая? А, сетевая, да, игра? Я попала. А я не могу взять. А почему я здесь не могу взять? Не знаю, ты должен. Журнал. Ну, F же, да, брать? Я ж не тупой. Нет. Добрать. Да, я. У меня там... Так, я зашел. Зашел? Не зашел. Я попал кружочком! Я попал кружочком. Это Мартин 10 лет водит. Я ничего не вожу, я это смотрю управление. Я все попал мешочки. Скримеры словили уже. Ну да, но он персональный для каждого, ты можешь пойти сам смотреть. Давай, испугайся для видео. Нет, тут было. Я столько раз его видел, что, блин, страшно. А какой код? Вот эта херня YouTube пугает больше. Это скинул. Закрытую, где, конечно же, его нету, да? О, нет, ну туда скинул, значит. Ну ладно, я не буду больше стараться, я и так вот. На, тут же 40. Не увидел. Куда мне... Вот тут ты, конечно, спрятался, да. Да, мы спрятались. Я тренируюсь. Я тренируюсь играть в фосмофоне. Ладно, пойду скример словлю. А что, уже нельзя? На один раз он только работает. Ладно, лучше я вам... на этого челика смотрю. Вот, челик. А он смотрит на себя. Да. Я могу зайти, кстати. А у тебя какой сервер стоит? Европейский? А, тут же еще сервера надо. Сейчас. Европа. А где? А, вот. 7, 4. А, надо же добавить фонарь. Просто я уже стал профессионалом. Ну, почти. Изменить. Давайте, надо вспоминать, на какие кнопки опять разговаривать. А я на это говорить. Единственное, на... вот это у меня чё? А, это на... очень громко. На М русскую. А у меня, а у меня, а у меня слышно? Да, у меня слышно. Да, здесь, я не помню. Меня слышно? Я просто помню, я вроде бы на пробел делал. Меня слышно? Ну, тебя слышно, Ладушка. А вот так? Погоди, а меня слышно? А, я тоже слышу. Вот так вот у меня на самом слышно. Это по рации. Ты, короче, выключить свой микрофон в Дискорде? Я выключу. Я тоже. Вот это у меня, по идее, рация. Слышно нормально? А вот да, это нормально, не нормально. Помню просто, типа, говорить. Я вообще а не меня помню, сейчас на кнопку рации. Да, да, тебя слышно. Слышно. Ладно, по ходу игры разберемся. Рация вроде бы на Б. Я вроде менял еще. Эти рации. А это рация? А у нас же сейчас нет типа рации. Я понял, да, я типа тоже буду думать. Погодите, у вас радио играет? Тебя что за? Нажми на него кнопку мыши. А ну у каждого типа один играет? Да, походу. По-моему, то, что я вижу, это хуже, чем любые монстры. Лол, вы это видели? Что? Вы так прыгали, короче, возле вас начал какой-то мяч прыгать. Да, я его... Он вот сюда ушел. Да, это я. Нет, мы начинаем это повторять. Ладно, я думаю, нам не нужно задание, так что. Продолжаем дальше развлекаться. Окей, что хотите вообще? Ну, давайте еще вот это простенького начнем. Да без разницы.
А, чё тут? Любители. Один с комнат, два этажа. Я что-то не помню, что это. River Roadhouse, три этажа. Погнали тогда на этот. Добавляйте, что есть у вас. Ну, я вроде все, что хотел, добавил. А что надо покупать в основном? В основном нужно... Что у нас там? Сейчас скажу. Термометр нужен, мощный фонарь нужен. Хорошим будет благовоние, соль. А что еще хорошо работает? Можете взять по одному успокоительному на каждого. У нас два из четырех. Одно я... Ну, раз пять еще бы надо. Раз пять я взяла одно. Кто-то может еще... Я термометр куплю. А, вор, у нас два раз пять. И фонарь мощный. Фонари у нас... Ого, три из четырех. А, не могу купить мощный фонарь, нужен третий левел. А, у нас... Ты что, такой маленький, что ли? Ну, у меня второй. Получается, лох. Слышь. Я видеокамеру могу купить. Так, я случайно все нажал, блин. Камера одна. Вообще, список камера вещей можете посмотреть, он написан, что кто берет. Все готовы? Да. Подождите. Ну, блин. А, точно. О, вот так оно теперь сейчас. Прикольно, немного изменилось даже. Вот это да, чё так быстро мы подгрузились? Не-не, лучше вопрос, почему я не роза? Скажите, почему шкалы теперь здесь какие-то другие? Без понятия. Да у них чё с рассудком? А, ничего у меня с рассудком. Чё происходит? Ну он постоянно всегда прыгает. А где термометр? Камера активировалась. Где термометр? Ты добрал термометр? У меня его просто не было. Я вроде складывала, ну или не складывала. А кто-то брал его? Ну, я термометр покупал. А ты его положил? А как его положить надо было? Все понятно. Ну ладно, я пошел говорить пиво. Ну, без термометра. Не надо говорить. А термометр раз... Все слышат все? Меня все слышат? Да. Да, да. И я все слышу. О, я нашел рацию, это же рация. Стоп, а вы задание вообще глянули? Что нам надо? Да пофиг, мы с призраками идем разговаривать. Танюха, ты куда ушла? Там время идет, когда ты включила. А детекторы... Короче, там раз пять им надо остановить. Рассудок 25. Ты тут? И... Нет, тебя тут и... нет. Что-то еще. А может, ты тут? Ты тут? А как мы собрались вообще призрака искать без термометра? Может, я МП кому-то скину? Хороший вопрос. Давай мне, у меня рука свободна, да? А он, кстати, наедине отвечает или... Кто-то помнит, он наедине отвечает? Блин, может счетчик за воду снять показания? Он отвечает только наедине. Блин, я забыл, у нас же все в этом... А как включить фонарь? А ты, наверх? Как включить лично фонарь? У меня это правая мышка. Ой, правая кнопка мышки. Ну не знаю, может, как тебе. Тут? А давай ты будешь подгибать под фонарь. Ребята, он здесь, он здесь. Где именно? А, ребята, тут тунисты! Тут тунисты! Прикольно!
Прикольно, прикольно. А ты тут? Ответь нам. Как тебя призвать? Кто-то знает, как эту залупу призывают? Да, я знаю. Нужно, короче, на этот круг. Нужно на этот круг положить Танюху. И мы призовем. Я тут, давай. Погодите, кто тут начал соль раскладывать? У нас призрак не тут, алло. А, ну, блин. У кого соль? Вы просто тут все собрались, я и подумала, он здесь. Нет, он вначале, в начальных комнатах радио включил, там АМП было три. Я же спросил, где именно. И все туда пошли. Я сказал, я пошел в станицу с вами. Вроде в этой комнате был. Ну, он, может быть, ушел. Ладно, я на свою исходную позицию. Здесь кто-нибудь есть? Ты хороший или добрый? Здесь кто есть? Он отвечает наедине, уйдите из этой комнаты. Надеюсь, он закроет дверь. Здесь кто-нибудь есть? Он ответил, ребята, он ответил, я ушел, все, я выполнил. Что сказал? Умру. Ладно, пока. А, нет, я не умру. Хватит говорить холодно, все, я понял. Ребят, я радио выполнил, он говорит. Ну, типа, у нас мы не сможем минусовую температуру отмерить. Кто-нибудь блокнот брал? Нет. Ну, оно есть. Какие-то из вас плохие охотники за привидениями, пиздец. Ты сам взял? Я брала. Ну все, отметьте радиоприемник, он мне ответил. МП, возьми тебя, пожалуйста, прямо сейчас. Я возьму, где оно? А ну я его вытяну. Ну, он на вон он, наверху. Это не оно. Да. Я взяла. Я бегу. А, стоп, у тебя есть? У тебя же, Валер, а есть это этот такое? Ультрафиолетовый фонарь? Чё? А, всё, всё. Чё, Артём, спрашиваю? Вот это что такое? То, что у меня в руках. ЭМП? Или что у тебя в руках? Окей. Что это у тебя в руках? А, это что это? Это? Что это? Я тут вообще... Прилепить, чтобы... Это не камера. Чтобы призрака видеть. А, я понял. Это не датчик движения, это немного другое. А где? А что я? Он здесь? Ну, вроде был. Он же здесь ответил. Да, он ответил там, где я в шкафу прятался. Я на самом деле не знаю, что поменяли фосмофобию, но она вроде сложнее стала, так что может быть призрак реально передвигаться начал. Я не знаю. Он там походил, кстати. Ты увидел следы? Не, я соль разбросил. А, ну, следов на ней нет. Он не оставляет следы. Два всего лишь. Чё за звуки? Чё так стрёмно-то? Ребят. Что такое? Почему у меня камера из рук исчезла? Ты, может, ее либо выбросил, либо где-то поставил. Мышки я поменял. А, нет. У меня ее больше нет, и внизу ее тоже нет. Ну ты, кстати, один в доме. А, да? Ну, типа на полу камеры нет. Я свою работу выполнил с радиоприемника, остальное на вас. Хочешь пойти зажечь еще там детский свечи? Выслушивай! Давай зажжем свечи. А как зажечь свечи? Пошли. Возьмите зажигалку, я там брал. А, Валера взяла. Господи, вы что пугаетесь? А? Да я взял зажигалку. Ты только он какой-то не сильно активный. Ребят, я реально не знаю, где камера.
Ну забей на нее. А как? А как? А как? Чё, а как? А попытайся чё, на Е. Будем вызывать. Я пытаюсь. А на F? Во. Ты зажег одну. Смотри, ты одну зажег. Вот еще длинную давай. Давай зажигай. Господи. А как? Ой. Ой. Нам пизда. Пошел вон. Ребят, прощайте, я вас любил. Здесь. Прощайте. Говори, фоткать, мы должны фоткать её. Не смей добавить, я бегу. Я заберу стой. Где? Я не могу больше ничего. Ребята! Мне пизда, ребят. Он идет на меня. Нет. Свет включился, ребят. Ты нихуя жива вообще? Я тут, я убегаю! Я ухожу! Почему? Я ухожу, мне страшно. Ты здесь? Я запечатлел, бро. Я тут, я в комнате. В дневнике он ничего не написал. А, Лера, он у нас рассудок хорошо так пожрал, когда мы его вызывали. Он где-то в этой комнате, ребят. Пиздец. Нет, Лера, не умирай, Лера! Ребят, бегите, все хорошо, он ушел. Бегите. Это я смерть. Я все умер. А я выбегаю. Это смерть. Выбегаю, все хорошо, все чисто. Это капец. Он тут пел. Он умер! Да похуй! Он такие забавные! Мы уезжаем, так кто, по-твоему, призрак? Что за отвратительное решение было? А чё всё по нулям? Ты меня слышишь? Да, я тебя слышу. О, здорово. Я могу сходить посмотреть. Пец, а тебя как убили. Он когда тебя убивал, он так пел странно. Записи? Серьезно? Да. Он мне просто руками разломал лицо. Не, ну мне тоже как бы. Он за мной побежал, потому что я шумел больше всех. Я думала, я успею убежать, но нет. Поехали. Почему дуракам везет, и они живы? Я не знаю. Я надеюсь, все призраки там отметили и Кая? Ну это не факт, конечно, но... Надеюсь, все отметили. Смешно, конечно, смешно, да? Ое-е-е! Это был Юкай. Мы смогли? Всего-то пару логических выводов, и все. Я его поставил еще, когда он меня убил.
Ты его вычислил, да? Просто я... У меня был этот МП... Как он? ЕМП или... ЕМП, да. Он очень сильно шумел. Я начал еще говорить. И он прям резко развернулся на меня и прям побежал. Я почитала, что юкаи, они как раз именно бегут на тех, кто громче всего говорит. Блин, вы что так быстро выбрали? Вы что так быстро выбрали этого монстра и уехали? Я не успел выбрать. А мы же говорили, что нюхать, типа, все вы... Мы вас типа, мы не вас слышали. Не слышим, когда вы приезжали. Вас не слышно, только когда вы говорите, либо... Погодите, погодите, раньше было слышно то, что людей призраки слышат, не-не-не. А наоборот не было. Мы вас типа... слышим, но если вы говорите только на букву, где говорить, на... то да. Мы были далеко от вас, мы вас не слышали. Возможно, мы бы вас слышали, нет. Если бы вы говорили по радио. Ну, окей, я просто не знала, где вы. А по рации вообще на что? Ходим, на поверь, когда ты призрак, ты по большей части ходишь по дому. О, а что за надпись здесь? Stay with me. Иди по следам. Ладно, все натренировались, теперь мы идем на 16-3 этажа. Так, в этот раз надо не забыть взять все вещи. А в какой вкладке выбирать этого призрака, напомните? В журнале, да? Да, же, ну, что там, о, русская. Да, но она сейчас не активна, просто я окей, посмотрю. Так, сейчас, а где вообще термометр вот? Все готовы? Да. Нет, не все. Окей. Просто добавил все, что у меня есть, пофиг. Артём, ты научил добавлять, научился добавлять вещи? Ну я вижу, что можно добавить, а что из этого можно добавить? Нажимай на кнопку добавить, и там будет то, что у тебя какие снаряжения у тебя есть, и просто плюсиком выбираешь. Либо ты можешь все добавить. А ну, я типа нажимаю все, и там все по нулям. Получается, у меня ничего нет, да? Нет, это получается, ты из своего инвентаря добавил все, и теперь у тебя в инвентаре ноль. Я не знаю, как это работает. Короче, но запомнено, у тебя теперь ничего нет, оно все добавилось к нам в общий инвентарь. И если ты умрешь, то это все уйдет коту под хвост. В небытие, да. Так я не понял, я все добавил вообще? Ну, видимо, все, да. Что у тебя было. А как убрать? Только если вот ты вопрос. Помнишь что-то... Да, если ты помнишь, что ты добавлял. Ну, ты можешь просто на минусы поставить, понажимать, что у тебя там было, и оно уберется. А, ну у меня... Я понял. Блин, очень странно, короче, это работает. Посмотрите, сколько сейчас термометров. Два. Один мой, один твой. Три. А, ну теперь три. У меня, я все-таки я добавил, да? Да. Всё, было отлично. Два, теперь три. Все добавил? Да, я все добавил. Окей. Точно, надо же смотреть свой собственный стрим.
Блин, подгрузочка стала прям такая хорошая, быстро. Подгрузочка стала прям такая хорошая, быстро. Подгрузочка стала прям такая хорошая. Так. Согласен. Короче, он отвечает всем. Так, найдите доказательство присутствия с помощью ИМП, заставьте призрака потушить горячую свечу, увидеть следы призрака на рассыпанной соли и определить призрака. Я возьму соль тогда. А нет, этот отвратительный дом. А мы брали свечу? Так, я не знаю, я не брала. Просто я, по-моему, умер, и я ее не покупал. Поэтому... Да, скорее всего. Кот, ты мне мешаешь играть! Расходимся. А вы где? Я наверху. Кто-нибудь помнит, там добавляли призраков, у которых температура, наоборот, высокая? Я не помню. Ну, по-моему, что-то такое было. Тут 7 градусов. У меня наверху 20 градусов, это я как минимум. 20-15, это мы точно не вверх. Точнее, не второй этаж. Иду еще выше. Короче, тут 9 градусов. Ну, походу, он снизу, потому что наверху очень тепло. 5. Нюх, вот прям в проходе должен быть. Здесь кто-нибудь есть? Снаружи вообще. Так, вы где? В столовке. Ты пугаешь. Здесь кто-нибудь есть? Ты молодой, принц. Ты злой. Ты добрый. Молодой, красивый, богатый. Здесь кто-нибудь есть? Ты хочешь, чтобы мы остались? Нет. Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Огонек был. Здесь кто-нибудь есть? А где? Где? Куда сыпать соль? Ну я уже насыпал. Огонек есть, огонек есть. А ты где, бро? Я сзади стою. А как сыпать, кстати? На F. Все, я разобрался. Ты молодой? А, минусовая температура, ребят. Ребят, тут плюсовая температура, он ушел, походу. Минусовая. Не знаю, у меня тут 19. А, я сейчас стояла, у меня дым изо рта шел. О, вот тут минус, вот тут вот. Вот тут минус. Вот сюда кто-нибудь соль. Вот соль сюда сыпаните. Куда? Кто-нибудь есть? Вот здесь кто-нибудь вот. Кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь на F. Нюха, ты не там делаешь. Я прячусь. Соли, кстати, нету. А, здесь кто-нибудь есть? Наверное, уже где-то есть. Ты молодой. Там всего 3 этих порции в одной банке. Токсичный. Да, я знаешь, что ты токсичный. Так, я пойду возьму что-нибудь еще, а то у меня ничего не осталось. Бро, можешь взять лазерный проектор? Угу.
Спасибо. А ты брала этот блокнот? Я взяла блокнот и ультрафиолетовый. Угу, окей. А что у нас с рассудком? А, ну с рассудком у нас все в порядке. Кто-нибудь есть? Ты токсичный. Да. Я токсичный. Вот и тут, я вижу, ты пришел к нам. А зачем ты сюда пришел? Может, напишешь в блокнотике? Вот тут блокнотик. Бери свои ноги. Так, пиши в блокнотике. Куда поставить лазерный? Поставь этот блокнотик. Я же знаю, что ты тут. Хочешь, чтобы мы остались? Мы можем остаться все вместе. Ой, быть тут. Я могу сделать так. Давайте поприседаем, будем токсичными. Не-не-не, призрак же и так токсичный. Ахаха, вы бы призрак. Ахаха, нам страшно, мне страшно, призрак. Ты же знаешь, я бежим. А он один отвечает или всем, ну типа неважно. Он отвечает всем. А, ну окей. Отпечатки вы видели вообще? Рук. Ты здесь? Отпечатки ног. Находишься в этой комнате? Я не помню, считаются они или нет. Не, они не считаются. Отпечатки на соли, да. Отпечатки ног, вон он пошел, вон он. Нам нужны отпечатки ног на соли. Ты куда пошел? Ты куда пошел? Да он пошел, глупый призрак. Да, вот он. Ну, отпечатки, мы поехали. Ты здесь? Опа. Сколько? Я не вижу. Две. МП два. Он не хочет больше? Ну ты точно тут. Ты не хочешь мне отпечаток? О, есть отпечаток на соли, это уже хорошо. Он силен в холодной температуре. Хреново. Ну, короче, он что-то не отвечает мне. Ну все, мы уже все определили. Вы что? Мы все определили? Да. А чего там это отметили? Уходим, Артём. Все тебе скажи. А кто это? Все тебе скажи. Ну давай сначала уйдем. Все тебе скажи. А тебя это интересует? Это Ханту. А как это? Мы, короче, связались лично с призраком, пока вы там стояли, стоим. Подожди, а почему Ханту? Отпечатки, минусовая температура. А какие? Вы отпечатки рук находили? Отпечатки ног, но, по-моему, стали отпечатки ног не считаются же. Они, по-моему, стали считаться. Отпечатки ног нужны по заданию. И все. А нужны руки. Ну окей, пошлите еще тогда. Мне кажется, отпечатки ног стали считаться. У него прям. А что еще было в третьем? Огонек. Так, а МП у нас до пятого же не дошло? Нет, было только два. И проектора тоже не было с радиоприемником. Ну он может в блокнотике что-то написать. На радио он точно не отвечал. Огоньков тоже не было. Не, огонек был, я рассказал. Был? Да, я рассказал, что был. Короче, если отпечатков рук нету, был огонек. Проектор еще. Либо отпечатки рук. Короче, если отпечатки рук есть, это Ханту. Если есть запись в блокноте, это Ревенант. Надо поискать отпечатки, может где-то. Ну просто раньше таких следов именно ног я не видела в игре. Не, были. Вот прям. Он, кстати, в дневнике что написал. Ладно, я заткнусь. Ребят, уходим тогда. Это Ревенант. Окей, да. Давайте я с крестом спасаю. Ура! Все вышли, Иисус, надеюсь. Дал мне жить. Да. Точно все вышли? Я за Танюку пропала куда-то. А
оставила ремена. Неплохо, неплохо. Два из двух, мы стали богами этой игры. Все поставили ревенанта. А прикиньте, они. Да. Да, да. Окей, я нажимаю. Будьте здоровы. Надо перейти на следующий уровень сложности. Ух, тюрьма или школа? Не настолько. Welcome back. There's some jobs ready for you. Урола 30 бачей наши. Не, мы, конечно, можем попробовать большую локацию, но типа на легкий уровень сложности, если хотите. Ну, я думаю, можем попробовать и разделиться. Ну, типа, да. Ну чё, психушка. Да, любая сойдет. Ну, я выбрал психушку. Добавьте, что там у вас по максимуму. Я все добавил. У меня много всего было, я все добавил, готов умирать. Я тоже. Мне кажется, в психушке нам будет достаточно по фонарику, потому что мы больше не найдем доказательств никаких. Они же здоровы. Не факт. Возьми термометр. Термометр обычно вообще must have штука. Она всегда помогает. Ничего себе, я мастер. Блин, ну почти. Все готовы? Подожди. А я добавил мощный фонарь? Где? Ну, без понятия. Где, мощный фонарь 4-4, но на каждого точно есть. А, ну все, окей. Все, я готов. Капец. Как приятно загружаться первым. Как приятно загружаться первым. Знаете, что прикольно? Сейчас же холодно на улице. Отопление отключили. Мне капец как холодно в комнате. Я вся трясусь от холода, и мы играем еще и космофон. Ну, бро, жизнь у меня тоже холодно, пипец. Ух. Сфотографируйте призрака, достичь среднего рассудка, уровень 25, обнаружить призрака при помощи датчика движения. Но движения у нас нет, скорее всего. Этот призрак отвечает всем, кто попытается с ним связаться. Глория Эммет. Всё. Так, а что за выход? А мы, я школа это? О, это школа, это психушка. Это разве? Это психушка, вы чё? Это так психушка? Ну чё, разбредаемся, я пощу туда! Надо пока. Я видел, кстати, как здесь убегали от убийцы, забавно. Какого убийцы? Тут есть убийца? Ой, убийца, призрак, это я и ДБД вспомнил просто. Нет, придется мансить через палетки. Да-да. Ну, типа, она может быть, призрак может быть в коридоре, и я видела, типа, как ребята прям видели, как она вот находится в коридоре. Типа, не идет там дальше. Кстати, если услышите телефон где-нибудь, скорее всего, он там. Окей. Главное не потеряться, ребята. Тут что-то... Тут есть подвал, ребята, я в подвал. А, я вышел. Удачи. Удачи тебе, да. Как тут просторно, ребята. Открывай. Что тут комната? Охренеть, какие одночипные. Кто тут ходит? Возможно, я не знаю. Что за звуки? Где ты находишься, что звуки слышишь какие-то? Не, может быть, я слышу, как кто-то двери открывает из нас.
Ебать тут коридор. Я прошелся совсем чуть-чуть, но уже устал. О, здорово. Здорово. Скорее всего, ты слышал меня, бро. Может быть. Ну я, короче, вон тот охрененный крутой коридор. Я тоже хотел туда пойти. Тут Сира, осторожно. Тут лифт есть? Интересно, можно им пользоваться? Он не рабочий вроде. Блин, грустно. Тут всего два этажа, кого-то собрался. А подвал ты не считаешь? Лифт до подвала? Интересное решение. Бро, ты в этот коридор, да, ушла? Да. А я на боковые двери. Тут такой же есть коридор, только с другой стороны. А, ну вот. Да. Здорово, бро. Здорово. Я слышу, там дальше по коридору-то не ухаривают. Кстати, оставляйте двери открытыми, если еще, чтобы мы знали, какие двери вообще прочекнуты. Кто там? А, это она разговаривает? Да. Маленький мальчик на стене. Да, но мы тебя слышим почему-то на первом этаже из подвала. Возможно, он в подвале, потому что что-то тут мы прошли, и вот 15 это самое маленькое, что у меня было. Погодите, а Артём научился пользоваться дальней этой, короче, рацией? Кстати, да, тут хороший вопрос. С кем он там разговаривает? С ним ты разговариваешь? Здорово, бро, пошли вниз. Где тут спуск в подвал? Это он там вначале, я здесь его нигде не нашла. Знаешь, что самое грустное? Походу, это единственный спуск в подвал. Чёрт. А значит, и единственный выход с подвала. Да где он? Что надписи-то бежат? Что-то да. Лифт не работает. Капец. Не работает. Грустно. А вообще там, по-моему, второе крыло было, нет? Ну, я вон там видела, хотя я не знаю еще где есть. Вон спуск. А, блин, чуть-чуть прошли. Сейчас гляну второе крыло, там вообще кто-нибудь уходил. Я там, по-моему, ходила. Ладно, я боюсь заблудиться, я пошел в подвал. Блин, что-то да, нафиг. Почему она горит, крас? Потому что это камера. Ну да, она просто, по-моему, горели. Не, горели. Почему здесь кто-нибудь много есть? Стекло? Нужно 111 вспомнить. Призрака мы не нашли, но мне уже страшно. Но мне как-то скучно, эта сучка не хотела со мной общаться. А ты нашла, где призрак? На первый этаж. Нет, я просто общался с ним во всем подвале. Но если вы меня слышали, значит, он и на первом должен был как-то расслышать эту хуйню. Ну нет, тут же не так это работает, я думаю. Это работает не так.
Да, судьи там ходит. Кто же там ходит? Я температуру тут чекаю. Ты решил за мной ходить? Это стрёмно одному, конечно. Мы, короче, нашли кости, их надо сфоткать. Блин, ну если ты покажешь призраку, может быть. Ну, очень большая локация, ребят, это капец. Мне стрёмно идти одному. Там очень глубокие, ребят, эти... Ой, скажите. Вот забыл. У меня вылетело слово, ребят. Коридоры, я вспомнил слово, ребят. Тут слишком длинные большие коридоры. Ой, я нашел еще одну лестницу. Наверх, если что, из подвала. Чего? Говорю, нашла еще одну лестницу, которая поднимается из подвала. Да, не знаю, по какому-то коридору большому ходим. Вот и я тоже. Да, блин. Вы падлы. О, почему вы не сказали мне в итоге, какая кнопка по рации? Потому что у всех она мы разная. Говорили. Мысли разные. Зачем вы меня? Мы перебиндили, потому что неудобно нажимать. Ну каждому просто по-своему удобно. Вы еще главное пошутили про рацию, но не сказали, какая кнопка. Нет, Танюха говорила, какая кнопка. Нет, я спрашивал три раза в лобби. Хоть весело. Да, нет. Я помню, я говорил, что у меня бы. А говорю я на пробел. Бы. Единственный, кто на пробел говорит, конечно. Ну да, да. Короче, ребят, я не знаю, где вы. Я вообще в какой-то жопе. Так мы все на другой карте. Я... У вас есть какие-нибудь зацепки? Потому что я хожу с термометром, вообще ничего. Ждем первой смерти. Это как с убийствами. Сначала подождем труп, потом будем уже искать. Нам надо сфоткать его. А двери тут не открываются? Открываются. Открываются. Просто они в разные стороны кнопку? Могут. Просто на мышке ее открывают и все. А, лол, серьезно? А я жму на Е, на F, на всякие вот эти. Я забыл про мышку. Бывает. Ребят, я устал искать призрака. Работа охотника, это как бы, ну не это. Ну как бы да. Может быть это ложный вызов, и здесь нет его? Вот я тоже об этом уже думал. Я уже по этому поводу. Вас правда... Ты чё? Нарвались.
Так, я прошелся по какому-то капец какому длинному коридору, и ничего у меня, никаких признаков не было. Поздравляю, там за коридором еще коридор, и потом коридор, и еще коридор, и коридор. Да. Прости, я забыл про коридор. А в одной комнате еще три комнаты, и в тех комнатах еще, возможно, будет комната. Да. Дерьмо. О, я вижу кого-то вдалеке. Кто это? Танюх, это ты? Танюх, это ты? Да-да, но там еще Лера сзади. А, ну здесь по термометру, если что, вообще ничего. Ничего нового. Но у нас ни по МП, ни по термометру. Ну, наверное. А вот тут есть лестница, если что. Все видели. Вопрос, мощные эти фонарики, они реально такие немощные? Ты забыл, как выглядит немощный фонарик, походу. Ну, наверное, просто он реально как будто ни хрена не светит. Вот типа так и должно быть, да? Блин, ну типа да. Окей. А то у меня ощущение, что это не мощный. Я такой искал, но там других же фонарей нет. Ну серый такой фонарик, он не мощный. А большие черные. Черный такой большой. Черный? Ну так и все. Блин, а что? А теперь зови его на первом этаже. Ладно, потом покажете, как. О, здорово, здесь кто-нибудь может, есть? Может, перепутал. Ты тут один. Возможно, ой, я Танюх слышу. Здесь кто-нибудь есть? Ты злой? Ты добрый? Ты молодой? Ты мужчина или женщина? Тебе холодно? Мне холодно. Где ты находишься? Где ты, сука, находишься? Отвечай! Мне холодно в реале, если что. О! Где ты находишься? Где ты находишься? Ты здесь? Ты в этой комнате? Нет, ты не в этой комнате. А может, ты в этой комнате? Нет, и не в этой комнате тоже. И там душевые. Где ты находишься? Здесь. В этом коридоре. Ты кого по нашему каналу пытаешься вычислить? Где ты находишься? О, я вижу тебя вдалеке. Мы теперь все в одной стороне практически. Где ты находишься? Где ты находишься? Где ты находишься? Это падла даже по телефону не звонит. Ау, подожди, стой. Это ты или нет? Это я, если что, иду к тебе. Тиммейтов уже глаза не узнает. Ну ты капец, да. Так она не отвечает, ты я ей кричу, кричу, она молчит. Я только вот недавно услышал. Где ты находишься? Где ты находишься? Ты находишься в этой комнате? Да. В этой? Да? Да. Нет, да. Это я не тебя отсюда. Где ты находишься? А я ты здесь. Находишься? Я тут. Нет. Я здесь за тобой. Ладно, я так понимаю, для больших локаций надо все-таки сложность повыше ставить. Здесь ну, кто-нибудь это капец, конечно. Слышь, не, ну, это ты открыл туалет? Нет, ты просто... что, это не да, я. Да, да. Это вообще не я, Артём. Понял тебя. Здесь кто-нибудь есть? Я тебе сейчас... Я ненавижу большие помещения. Да, они смешные. Вот
не знаю, где я. В смысле ты вот? С нами ходит. Я скоро замерзну именно в реале. О, что такое большое пространство? Мне страшно. Ребята, а это что такое? Кто? Где? Идите сюда. Так, вышли все вперед, гляньте назад. Тихо, Танюк, подожди. Я, конечно, питает думаю, предметы, что это не стоит стой. Внимания, но типа тут ты единственные знаки, которые я увидел. Тихо, тихо, ребят. Воу, ничего себе. Я думаю, это, конечно, не относится к делу, но... Ну, не знаю. Ну давай просто запомним эту комнату. Среди 111, да? Да-да-да. Пошлите там дальше, в какой-то большой комнате было как-то стрёмно. У нас была небольшая активность. Глория, имя. Глория? О, это неплохо. Это кошмар. Предмет летал. Глория, 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 Эммет, Глория. Пошлите, Глория, возможно, Глория, она дальше, потому что я туда зашла, и, по-моему, я что-то слышала, Глория. Но потом я слышала влево. Глория. Глория, Эммет, Глория, Эммет. Не открывай, я прячусь. Глория. Глория. Глория, Эммет. Глория. Ну, конечно, ты сыкло, Глория, Эммет. Я думала. Ладно. Или мне показалось. Все, сразу же на попятный пошло. Непонятно, конечно. Ну, Глория Эммет сейчас в начале. Капец, мы по кругу уже прошлись. Ну, одна зацепка это только вот на стенах. Глория, Глория, Глория Эммет. Не, они сказали, МП сработал. А, ну и вот и. Глория и. Бичара, ты где? Да, Глория Эммет, ты где? Ну смотрите, а где оно сработало? Оно там где-то, да? О, кто-то. А кто включил свет? Ребята, вы двери открыли. Они все открыты? Нет, сейчас кто-то дверь открывал. А нет. А кто свет включил? Валера. Двери я не слышала. Вот сейчас дверь кто-то открывал? Нет. Она здесь. Какие-то сучка сейчас мне. Ну, мне кажется, она где-то на этой просто этой. Где-то вот здесь, слева. О! Кто где Лория. Рядом со мной был? EMP сработала. Лориана. Температура уменьшилась. Ребят, ребят. Так, а... Ребят? 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 Танюха! Ребята! А, все в порядке. Все. Все? Она, ну, типа, дверь закрылась, да? Она там. Я просто зашла, и она сразу же закрылась. Я бы хотела рассудок посмотреть. По-моему, у нас труп. Да, у нас труп, ребят. Я слышала, как кого-то убивают. Артём! И всё-таки она была в той комнате. Примерно в той. Точнее, ой, вот... бро, ты пропал. Я пропал? Да, ты такой и всё. Я говорю, по-моему, она в той комнате. Ну, точнее, не в той комнате, а вот когда мы вышли... Короче, рядом с выходом практически. Короче, где труп Артёма, так и там... Ну, вообще, да. Пойду на память запишу. Давай, Артём, где ты умер? Ты думаешь, что он нам так ответит? Ну, он где-то недалеко. Вон там умер он. Вот здесь, вот. Опа, что тут такое? Нет, это... О, двоечка. Пятёрочка, ребята, МП 5.
Вот это проблядина вот тут находится. Понятно. Пятерочка. Ребята, крест сломался. Распятие сработало, бро. Да, распятие. Либо атаку я остановил, либо... Распятие сработало! Я не знаю, короче, либо я атаку остановил, либо я не знаю. Предлагаю взять еще одну. Не зря у нас их двое. Короче, все отметили, что МП-5? Давайте по-бырому еще закинем. Предлагаю съесть успокоительное. Кстати, да, по одной можно. Пока этот распятием остановили, я пойду все положу. Я до всякий случай еще раз возьму распятие. Чего распятие горит? А ты брала дневник? Да. Блин, зря я его взяла. Здесь кто-нибудь есть? Не бойся, по имени спрашивать я не буду. Здесь кто-нибудь есть? А ладушка, посвети на эту дверь? Нет? Мне показалось. А, ребята, с другой стороны отпечаток тут был. С другой стороны двери. Ну, может, она там? На всю дверь посвети. Ну, тут был. Тут где-то был отпечаток, я помню. Ты уверен? Может быть, это лазер вот так отразился? Ну, кстати, хрен знает. Здесь кто-нибудь есть? Нам надо было камеру положить. Кто мне камеру с собой взял? Нет. У тебя на башке, блин. Ну да, смотреть-то кто будет. Я могу посмотреть, если ты там останешься. Я пойду камеру просто поставлю. Ты здесь один? Здесь кто-нибудь есть? Танюк, если что, ты там одна. Да, я с ней пока по рации буду говорить. Бро, у тебя есть пустое место какое-нибудь? Да. Я тебе просто распятие сейчас дам и буду смотреть про этот огонёк. Лазер есть, ребят. Лазер есть. Ух, жесть какая-то. Мне так холодно, капец. Ну, огонька, походу, нет. Бали надо было дневник посмотреть. Ну, сейчас вместе пойдем, чё. Ну, мы, кстати, как раз не вовремя ушли, там охота началась. Нормально. О, да, лазеры, правда, есть, согласен. Блин, ну какой все-таки Артём полезный, умер прям в правильной комнате. Молодец, Артём, так держать. Ну, как и говорилось, да, до первой смерти. Все как в расследовании. Один человек умирает, и мы начинаем дело, ну как бы. Я могу, если что, благовоние за жизнь. Что там, что-то написано? Я не понимаю, посмотрите, на дневнике какие-то кресты. И они так и были? Там ничего нету. Да, там ничего нет, это просто бумажка. Здесь кто-нибудь есть? Ты тут один? Хочешь, чтобы мы остались? Здесь кто-нибудь есть? Ты здесь один?
Слушайте, что мы тут остались? Мы можем тут остаться. Крис, походу, еще останемся. Ну, походу. Я испугался. Сейчас уже. Вы что там пугаете меня? Вон она и ходит. Следы вижу ног. Куда она пошла? Ага. Так, Таня, у меня для тебя плохие новости. В каком смысле? Она прям чётенько за тобой зашла. Что? Она прям чётенько за тобой зашла. А чё у нас вообще по заданию? А до 25 опустить, я точно помню, рассудок общий. А, мы это уже сделали? Да. Ну, короче, по радиоприемнику она не отвечает вообще. Она должна по логике всем отвечать, но она не... А, и датчик движения... Ой, забудьте. Хотя датчик движения мы можем... Не, есть у нас. У нас есть, он внизу. А, нет, вон он, да. А это что за мини-бомбы? Какие? Микрофон? Микрофон? Прикольно. Это чтобы дистанционно общаться с этой штукой, что ли? Тут просто тоже есть микрофон? Чтобы ему показать, что вот лежит последний, как раз для него был фонарик. Да, я хотел сказать, там рядом с его трупом лежит другой фонарик. Да. Я забыл, какая камера у нас была. Ты все сбил. Ну что, опять идем? Погоди, подождем, пока она побуянит. Ну мы можем, конечно, почитать, что такое гурё вообще. Давно тут 21 призрак. А, да, гурё я первый раз вижу. Что за гурё? Да, был, по-моему, кстати. А когда Горё проходит вблизи лазерного проектора, его присутствие можно заметить только при наблюдении через видеокамеру. Я её, кстати, только через видеокамеру видел. Возможно, это Горё. Чего у неё последним пунктом стоит? МП-5, отпечатки рук, лазерный проектор. Отпечаток рук мы не видели. Слабость. Горё редко уходит далеко от своего места смерти. Особенность. Горё будет прятаться от камеры, если рядом кто-то есть. Ну смотрите, призрачного же огонька нет. Вот вообще мы сколько не смотрели. Можно его вычеркивать. Минусовой температуры тоже не было. Тоже можно вычеркивать. И радиоприемник получается, осталось только Мираж и Горё. У Горё отпечатки рук, у Мираж радиоприемник. Не знаю, почему остались только эти двое, хотя у нас есть еще записи в блокноте. Ну, радиоприемник, я сколько не общалась с этой штукой, она мне не ответила. Блин. Я иду уже осмотреть. Хочу камеру. Ой, хочу микрофон поставить. Ребята, вы где я без фонарика? Говорите громче теперь. Вы где, ребята? Призрак. Призрака. Где она сейчас тут 12-го дверь? Да, можете датчик внутрь поставить. Хотя это нормально. Типа отпечаток руки я не видела вообще. Ребят, а может на дверке посмотришь еще с другой стороны этой? Это ты меня байт-ловушку хочешь. Это не байт-ловушка, позри с другой стороны. Байт-ловушка.
Посмотри. Есть. Ну все, уходим. Уходим. Бывает ловушкой, бывает ловушкой, да-да-да. А если бы я умер? Что там было? Ну все, да-да-да, Артём. Ты отметишь или написать Дискорд? Напиши в Дискорд, на всякий случай. Так чё вы там проверяли? Отпечаток руки есть. Хорош. А он отметит? Он отметил гору, но он сделает хоть что-то? Что у меня сейчас что это гору? По-моему, она уже это грустит там что-то сидит. О, все выполнили, ребят, мы выполнили задачу датчик движения. Да. Она там что-то походила немного. Ну что, уходим? Ну, а Артём точно отметил? Видел по видео. Наверное. А может через рацию горю? Надо отметить бурю? Да, он должен нас не через рацию слышать. Ну, я даже не знаю тогда. Я надеюсь, через рацию слышно... Именно даже если он далеко. Потому что, когда вы говорили не через рацию, его вообще слышно. Ну, вас вообще слышно не было, когда мы далеко. Мы через рацию, по-моему, болтали. Ладно, все отметили? А, да, я отметила. Да. Надеюсь, все. Давайте, 3 из 3. Как же мы хороши, как же мы все хороши. Но мы не сфотографировали. Какой 3 из 3, кто надо было еще призрака сфоткать. Да. Не, ну вы видели, как я был хорош? Ты хорош вообще, я даже не спорю. Танюха, блин, звала ее. А ты вот взял и умер, опа. Да, блин, Танюха... Не могла так, по имени ее называть, она вечно спрашивала. Типа, ты здесь? Я просто позвал по имени пару раз, и она, короче, просто накинулась. Нет, я называла ее по имени, но, видимо, чем ближе ты к месту ее обитания, потому что, как я почитала, что Горе, оно далеко не отходит от места своей смерти, то да. Я, видимо, очень близко с ее местом говорим. А я такой, блин, Танюха, зови ее по имени, ну же. Назвала, но она с нами гоняла в столовке. Да, но она потом прекратила, я такой, черт. Ну черт, сам главное, это стал первой жертвой, мы все поняли, разгадал загадку. Просто я был хорош. Ты, кстати, слышал нас, когда мы тебе говорили? Я все слышал. Ну, я имею в виду, ты когда призраком был, типа, слышал то, что мы вот так вот разговариваем, не через рацию? Я рядом с вами стоял. Просто понятно, надо определить, типа, нас, ты... Даже знак не подавал. Сталкер! Я не могу ничего подать. А, ты мог бросать, ну, ты можешь бросаться там посуды и мелкие вещи. Так зачем? Вы будете думать, что это другой призрак? Ну, чтобы давать там знаки. Ну какие знаки я могу вам давать? Смотри, что там в блокнотике написано. Есть, да, ритуальная ситуация, типа, насчет блокнота, чтобы мы не заходили, ты просто, типа, на да-нет можешь либо не кидать нам что-то, либо кинуть. А, ну в этом плане... А я пытался подбирать вещи, что-то не получалось особо. А ты не можешь, если что, квестовые вещи подбирать? Ну, которые там дневники, всякая вот эта фигня. Ты, кстати, не с тем фонариком гонял. Вот, а какой нужен? Я просто никакой другой не нашел. Черного цвета. Черный такой маленький. Вот вытянутый. Есть вот, который у меня в руках, а есть чуть побольше. Чтоб ты понимал, у тебя в руках вообще пусто было.
Нет, вот это вот. Но это ультрафиолетовый, такой же должен быть черный. Там лежал, ну, вот один такой, вот... одиношенький, какой специально для тебя. Ну, ультрафиолетовый я нашел, а других не было. Смотри, там, когда мы появляемся, идут два или сколько-то ультрафиолетовых, и после них идут такие большие черные. Вот так вот именно ни одного, ни одного было. Там либо не прогрузилось. Мы заходили, когда ты умер, типа, да, и там лежал фонарик. Блин, а может я перепутал с ультрафиолетом? Может быть. Может быть. Так, я выбрал карту какую-то, она на 25 комнат, ну, типа, какой-то Maple Lodge Camp. Что-то там, я не знаю, первый раз вижу, поэтому я готов ничего. Я надеюсь, это не та карта, где у меня все лагало. Надеюсь, это она. Они, кстати, ее переработали, по-моему, она теперь не должна лагать. Ну, сейчас проверим. О, нет, стоп, блин. Я не туда нажал. Я не туда нажал. Капец, я случайно нажал, что я готов. Ну, черт, бро. Ну, мы можем не стартовать, время не будет. А, да, это я такая. Успокоительное, чтобы 4 было, а не 3. Я забыл. Ну, пофиг. Вот. Вот большие фонарики. Вот, Артём, вот тут вот 4 фонарика чёрных. Окей, но там было ничего. Ну да, там, я... Там было 4. Блин, это реально круче. Да, тут реально всё лагает. Кример какой-то страшный. Я специально купил 2 бро. Две камеры на лоб. А, спасибо. Да, сильно? Да? Ты что, кто-то взял? Да. Ничего не изменилось. А, у кого-то лагает, да? Ну, как в прошлый раз у меня лагало, так и в этот. О, даже слышно, как лагает. Прям да, слышно, лагает. Но здесь он... Походу, только мы про можем... А лучше не разговаривать. Куда вы пошли? Вернитесь. Вернитесь. Если вас лагает, нет смысла карту брать. Да, пошлите тогда из этой карты. У меня подруга. Пентарь. Как все плохо. Ужасно. А что отмечает? А мы что-то отмечать будем? Ой, не то. Я за Юрой. Самая быстрая катка, я считаю. Все отметили? Ну да. Танюх? Да, я отметил, он уже не ехать. Да какой горю? Капец. Ладно, зато я запомнила теперь, какую карту мне надо брать. Так, предлагаю тогда, типа, дом, но поставить среднюю уже сложность. Ну, окей. Мы же уже профессионалы. Блин, Артём, ты встал из-за твоей головы, я теперь не вижу, что выбрать. Да-да, спасибо. Так ты нажми это, пробел. Да я знаю, я просто уже выберу. I'm ready. Господи, как я хорош.
где бой? Че вы там собрались брать? Сфотографировать, увидеть следы призрака на рассыпанной соли, заставить призрака потушить горячую свечу. Так этот призрак отвечает всем, кто пытается с ним связаться. Опять свечи не взяли, да? Походу. Кто меня взял, короче? Нет, я не взял. Я купить. Такой мини-бакрот. Кстати, да. Ну, все готовы? Да, да. Фотоаппарат взяли? Я на второй этаж, тогда. Ну, я не брала фотоаппарат. Но он пока не нужен. То 10, то 15, что такое? Он здесь, ребята, оно уменьшается. Вы где? Ты рацию взял? Вы где? Это рация. Это рация с призраком разговаривать. Я вас спрашиваю. А где MP тогда? А все разобрали, по-моему, MP. Хочешь домой МП? Реально, вы что-то не то взяли оба, по-моему. А где ты, Танюха? Она в гараже. Я в гараже сейчас. Я могу дать МП, если хочешь. Спасибо. Ты здесь один? Хочешь, чтобы мы остались? Ты злое или доброе привидение? Или это является расизмом называться привидением? Танюха, вот здесь поговори. Здесь, да? Нет, здесь. А ты что, на МП? О, не нашла температура. Тут было облачко. Реально, да. А как? А тут что-то водички, ребята. Надо как-то так грязная вода. Надо сфоткать. Я пошел за котиком. Я не включал вообще нигде. У меня соль есть, я посыплю здесь. А где грязная вода? Может, он на кухне. Вот тут. Он где-то тут, короче, он где-то вот на тут, кухне, тут, ребят. Тут, тут. Тут? Ты тут? Вот тут. Где ты? Вот тут. Где? Прям в ванной, да? А, вот. Вот сюда иди. Вот, рака. Есть кто-нибудь тут? Я. А может, ты тут? Хочешь пообщаться. Ребят, помещи здесь. Помещи. Вот тут троечка. А сколько у тебя МП? У тебя 5? Три пока. Пока ты... Я здесь соль насыплю. Ты здесь? Где ты?
Кто-то кость находил, я просто не... На выключатель отпечаток пальчик. Здесь кто-нибудь есть? Ты злой или... Ручка есть, ручка есть. Написал блокнотчик, уходим. А он что-то еще третий сделал? Блокнот. Это демон. Подожди. Блокнот, отпечаток рук. А что еще? Носовая температура. А, окей. Есть, да. Было просто. Все отметили? Да. Да, я отметил. Окей. Артём? Что такое? Отметил? Да-да-да, а мы фотки делать будем? Нам нужны просто следы кров, соли. Пока. Ну мы не такие дотошные. А по-хорошему нам надо было хотя бы одно задание сделать. Мы сделали. Ладно, сейчас я подойду. Сейчас, секунду, подождите, у меня что-то с соединением. Окей. А где Танюха? У нее что-то с соединением. Сейчас вернется. О, здесь опять шар какой-то прыгал. Да это я кидаю шарики. Мячики, точнее.
Ты их можешь взять и попробовать взять, да, и кидать в кольцо. А где они? Вот они лежат. Типа настолько, да? У меня просто фонарей нет, я ищу. Зачем тебе фонарь? А там ни хрена не видно. Ну, у тебя настолько все темно? Вот. Но у меня здесь темнота. Вот мяч. Пойду скример посмотрю. Ух, скример так прекрасно было увидеть. Хотя он уже такой не страшный. Если хочешь увидеть скример, это к двери подойди. Вот этой вот. Я уже видел его. И на потолке видел. Я пришел. Хорош. Капец, у вас тут обстановочка. Ух, ну чё, профессионалы стоим? Они рановато. Ну это маленькая комната, 13 комнат, 2 этажа. Можем попробовать. Попробуем. Подожди, мы давно не умирали. А, все на месте, да? Да, да, вроде все. Но я у себя все добавил. А так, зажечь благовоние возле призрака, сфотографировать призрака, остановить призрака при помощи распятия. Так, нам не удается выяснить, отвечает ли призрак всем подряд или же только одиночкам. Ага. Понятно. Prediction. А нужно брать зажигалку, если взял благовоние? Да. Да, надо. Да. Ну пока не бери, они пока не нужны. Благовоние. Окей, зашел сразу же 9 градусов. Типа минус 9. Бро, на улице 7. Он тут. О, нет. Минус 9 или что? О, реально, вот зашла 7, 9. А, нет, уже 12. 9. Ну, типа, чем дальше проходишь, тем больше, мне кажется, нет? Или просто холодно? Вот здесь 9. Но, мне кажется, холодно в доме, что вот 5 было. Надо найти и включить эту дичь. Как ее? Электричество. Мне кажется, оно выключено. Кто-нибудь знает, где оно находится? Либо на чердаке. Обычно если на чердаке, либо в подвале. Да. А, ну, скорее всего, чердак. Кто-нибудь пойдет со мной, это мне страшно. Я иду. И все вместе втроем ушли. Она тут, ребята, она тут, и я включаю. Вот. Да, я включил. Отлично. Я же включил? Проверил. Если зеленая горит, значит да. Ну все, я включил электричество. Кто включил? Не пугай это меня. Это я проверил. Ну, по идее, сейчас должно обогреваться. Да, нет? Так, вы думаете, это так работает, да? Ну, я когда смотрела, недавние вот там ребята играли, так и было. Ну-ка, не балуйся. А, ребята, тут холоднее стало, о, нет? О, ноль. Один.
Ну, мне кажется, ниже нуля не будет. Минус у меня. Минус, окей. Ух ты, что за... Он здесь. Он тут находится. Трак, что ли? Ну-ка, слезь. Качалки. Ведь что я также могу, вот смотри. Опа, 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 опа. Ну минусовая уже. Точно. А сколько МП? Понятно. Он ушел, ребята. А сколько МП было? А, двоечка. Ну, температура минус, я пойду убирать. Отпечаток ладони, отпечаток ладони. А чё так быстро? Чем быстрее мы его вычислим, тем лучше для нас. Кто это? Вы знаете? Пока нет. Но есть отпечаток. Я его видел на втором этаже. Минус. Алло. На втором этаже видел. Там кто-то ходил. Благовония сфотографировать и распятие. Нам надо точно найти, где он именно находится. Да, на лестнице. На лестнице поднимайтесь. Он там проходил по балкону. Ну, типа нет, он на первом этаже качал качалку, да. И отпечаток был вообще в этом. Ну там, где машинка стиральная стоит. А минус был уже? Минус да. Был. Ты уверена, что он здесь? Нет, можете поставить где угодно. Здесь кто-нибудь есть? Ты тут один? Ты злое или доброе привидение? Хочешь, чтобы мы остались? А где был отпечаток? А, прям дверь, вот прям. Вот тут. Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? О, вот здесь минус. Ты злое или доброе привидение? Здесь кто-нибудь есть? Ты тут один? Хочешь, чтобы мы остались? Ты мужчина или женщина? Тебе холодно? Ты злое или доброе привидение? А может он все-таки не здесь? О, я видела его. Где он? Я его пытаюсь сфоткать. Кто-то умер. Ребята, у нас минус, по-моему. Да. Опять Артём? Да. Я прям видела, смотрю, в прямом эфире у тебя на камере убивают. Я его пытался сфоткать. О, причем, кстати, прошел мимо меня и пошел типа на Артема. Я его тут фоткаю вовсю. Ребята, мне смерть. Прощайте. Нет, ребята. Ну, я живой. Я жив. Я не знаю, как, ребят, но я типа стояла в этом фургоне, у меня тоже рассудок понизился. Я умер, ребят. А как ты с нами разговариваешь, вы? Я считаю, надо уезжать, Лера, нахуй нахуй. Я так тупо умер, это просто нереально. Я надеюсь, ты через дом идёшь. И он, кстати, с походу электричеством питается или что-то типа этого. Ну, МП даже во время охоты не больше троечки было. Да и огонька я тоже не видела, когда наблюдала с камеры ладушку. Ha, 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 ha.
там есть хорошо. Здесь, конечно, план безотказный. Да, чтобы они не подслушивали. А, когда они будут подслушивать? Да, а ты не видела, там дневник положили? Что еще раз? Дневник положили? А, я не видел, если честно. Окей. Молись за мое благополучие. А я там через окно заднее могу легко тебя видеть сейчас, подожди. Ты хочешь смотреть, как я умираю? Ну да, да. А давай сократим, ты не ч... А, ты через дом ходишь, ну ладно. Там что-то есть? Ребят, сфоткайте меня, пожалуйста. Я хочу получить страховку. Я этот благовоний жук. Вообще. Бро, ты дневник складывал? Я не успел. Я хотел его поставить, но он сразу атаковать начал меня. А где твой труп вообще? Он, ну, бро, он вообще заходишь в дом и прям на. Лево получается, в том углу. Ну так, бро, у меня есть идеальный план. Мы ждем дневничка. Блять. И он тебя убил? Я умру, ребят. Беги, бро, беги. Он идет за тобой, нет? Нет, нет. Ну, ребят, не знаю, как вы, я пошел. Сюда. Нахуй на. Я один не буду. Ёперный театр. А Шиллер умерла? Ой, я случайно отправил плюсы, у меня они тут плодились. Погоди, мы можем дневник посмотреть. Давай посмотрим. Я так и не понял, откуда он ходит. О, он пришел от твоего трупа, кстати. Вот, кстати, да. Но когда он меня атаковал, он приходил как раз со второго этажа. Ну, с я типа с лестницы. Я распятие кинул, ему вообще плевать. Ну, с распятием до сих пор непонятно, как работает. Танюк, посмотри по камерам этот датчик. Может, и там я его поставил, может быть, теперь будет виднее. Разговаривайте, вы же умерли. А, точно. А, блин, точно. Ну, будем так говорить. Это мы между собой. Да-да-да, я знаю, но будем так. Но ну, он, кстати, очень активен, и когда холодно. Мне кажется, это джин. Игорь очень активен. Игорь, вот либо это, либо то. Ну, это точно не EMP. Да, это 100%. А там, получается, это демон, Ханту и Мимик. А, подожди, у нас же была минусовая температура и отпечатки рук. Я думаю, что это Ханту. Ну, либо Ханту. А чё демон у нас делает? Демон. Ну, с распятием не получилось, поэтому мне кажется, это не демон. Thank you.
меня вопрос. Он же часто охотился или нет? Ну, если нас двоих убил, как думаешь? Просто, да, нас двоих, он прям вот, чуть ли не сразу. Причем охота была, он тебя убил. Потом, потом опять началась охота, холодно, но я смогла холодно. Убежать. А потом я думала уйти, но он опять начал охоту. И уже убил меня. Поэтому либо это все-таки демон, либо Ханту. Ну, я тоже думаю, что что-то из них мимик точно нет. Просто демон с распятие. Но распятие либо криво-косо как-то работает, либо непонятно, короче. Оно то работает, то вообще не работает. Ну, а типа он прям рядом с ним прошелся, ему вообще плевать. Ну, опять что? Же, распятие, я же говорю, оно не всегда... Я так до сих пор, например, не знаю, как правильно им пользоваться. Если да... Сфоткай мой труп, че ты тут стоишь? Да, кстати. Да. Труп фоткать это самое. Нет, только мой, я остальные сфоткала. На втором этаже я умер, кстати. А, нет, не буду. Ты таблетки съешь. Ну, они тебе помогли? Ну, я же в доме продержался какое-то время. Так забавно труп валяется, я не могу. Хватит отстать. Ну какие у кого есть догадки, у меня ноль. Кстати, я заметила, что он чаще всего нападал тогда, когда кто-то фотографировал. Нет, он не любит папарацци. Это он включил свет? Охота началась? Еще? А тут призрак, я уверен, где-то тут он есть. Нет. Паранормальная жизнь. Походу призрак был в моей комнате. Теперь ищите на прошмандовках и варшоле. Походу. Ну я знал, куда бежать. Опа. А ты это... Ну, призраков тут нет. Не можно убежать? Ну я поставил все-таки на демона. Не уверена, но... Вдруг... банку пива. Думбейстер какой-то. А записи в блокноте точно нет? Мне кажется, мы не там определили призрака, поэтому скорее всего... Иди записи... перепроверь, я тебе не доверяю. Я могу, конечно, пойти проверить и инфы. Просто ждем, пока она тоже сольется, да, ребят? Походу. Ничего нету. Она не поверила мне, что записи нет, так что. Мне кажется, это демон. Но, и, по-моему, он живет именно в той комнате, где я умерла. Может быть, тебе не там дневник поставили. Просто ну, хотя он так он шагает смело. Нет. Свет был включен? Да, он здесь свет включал в моей комнате.
Ну, я не включала свет. Ну, мы и не можем, по-моему. Фигбец, ну все, это нюхи конец. Она решила запереться в комнате и заводила. Здесь кто-нибудь есть? Походу, кто-то умрёт. Где ты находишься? Айма, кстати, напомните его, я хочу позлить чуть-чуть. А ну все самому надо просмотреть. Что? Первый раз такое имя вижу. Скажите ей, что в блокноте есть все. Тед Диксон, ты тут? Тед Диксон. Ну, я так понимаю, это он ходит за дверью. Ответь на радио. Ла, идет. Ну все. Ну все. Найс. Добро пожаловать наш мир. А она еще пока не слышит. Он через двери может проходить. Мне никто не сказал. А вот так вот. Никто не знал. Это был Джин. Блин, я же думал про Джина. Первая моя мысль была, что это Джин. Ладно, смешное задание было. А у Джина типа радиоприемник? Или что? Я не помню. Я просто что-то с электричеством или что-то подобное было у него. Потому что он на меня очень часто начал нападать, когда я вот именно откала, ну что-то типа с этим было. Ну что, еще раз профессионал, да? Танюх, а может, если бы ты выжила, у нас бы страховка была. А, ну простите. Анюх, надо было уезжать, большое количество, у меня там так много... Да, кстати, ты, Танюх, я не ожидал, начнешь сидеть и звать его. Ну, я думал, ну, типа, радиоприём... Надо было хоть что-то вычеркнуть. А что я мог вычеркнуть, кроме радиоприёма? Господи, там можно было и так поставить что-нибудь. Ну, я почти что банкрот, поэтому... Ну, у меня много денег. Чё купить вам? Ну, хотя бы самое основное. Это фонарик. Так, я беру один лазерный проектор, беру блокнот, один радиоприемник, 3 термометра, 4. Свечку возьми. Ультрафиолетовых фонариков наберу 3 штуки, видеокамеры 2. Свечку я могу купить. Ну окей, купишь тогда свечки, я куплю распятие 2 штуки. Так, фонарик не нужен, неоновые палочки не нужны. Ну камеру, 2 камеры. Зажигалку куплю. И датчик движения. Успокоительное 4 штуки. Мощный фонарь. Ну, я косарь, кстати, на это все потратил. Мощно ты, конечно. А у тебя вообще сколько? У меня 2000 было. А ты хорош. Ну, теперь ты самый ценный игрок. Ну и чё, теперь еще раз профессионал? Еее, вы чё, да, плохо. Да, хорош. Да, нормально было, мы практически справились. Ну давайте еще раз, все равно я пока закупался. Так сказать, этот матч за мой банкет. Ну окей. Я поставил все добавил. Если на тебя охота, бро. Беги. Защищайте, прям, прикрывайте мои двери. Беги к входной двери, чтобы мы хотя бы тебя сфоткали. Ну хотя бы так. Чтобы нам далеко не было мешать. Ну это если именно прям на тебя нацелено. Ну чё, Артём отошёл? А не, его двигается. Не, я тут отвлекся.
Как ты мог отвлечься? Тут нельзя отвлекаться. Я кота гладил. День добрый. Я, кстати, наверное, вот это последнее и пойду готовить. И без проблем. Кто-то хочет взять МП или я беру? Ребят, надо стать свидетелем паранормального явления. Надо кого-то впустить жертвой. Не, просто вот пусть он опять вот что-то подвигает, и мы станем свидетелями. Неизвестно призрак разрушает. Я так понимаю, на профессиональной сложности там всегда так. Ну, видимо, да. А на улице холодно. 56 градусов в этой комнате. Прям возле выхода 4 градуса было. Это нормально? А, ну фиг. Ну, видимо, тут температура посложнее все-таки. Походу. Походу опять надо включать температуру. Походу да, выключу. Тут в ванной 2 градуса. Так, я отойду ненадолго, мама сидит. Да, Тоник, проходи пока что в эту комнату. Алло. Да. Ой, под вами. Не, я забыл, но я прям сразу сделала, как пришла. Но это было тоже, где вы? Давно вы тут забрали, короче. А где, погоди, где? Тут? Прямо вот здесь была пятерка и еще. Капец, конечно. Да. Я пойду свет включу. Да. Да, давай, там второй. Я включил свет. Угу, второй. И да ты вываливался. Господи, я так обосрался с звонком мамы, это... А вы включили это, свет там? Да, 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 да. А все равно возле выхода 5 градусов. Три... А, не, ладно. Если кто-нибудь есть. 9... Есть кто-нибудь... Ну там Артём EMP-5 поймал, так что, скорее всего, это следующая страница выскочит. А вы где? Я пошёл брать пищу. Ну типа здесь Артём поймал уже 5, да? Да. Как... О, да, тут да. 1 градус, да. О, минус, минус, ребята. Где минус? Там, где в комнате, господи. Там, а где записи наш... блокнот. А я пытаюсь, я положил. В этой комнате? Да, тут минус. Окей. Минус 4, если мне интересно. Минус 6. Я поставил камеру. Я в гараже. Я камеру чекаю. Я просто смотрю призрак. Так, место как найти одному туда? Да там Артём с тобой. Я в гараже. Он в гараже? Он в гараже. В гараже двоечка была, МП и всё. Да не, он в той комнате. Как же я срусь идти? Сходите кто-нибудь со мной. Хотя, может быть, и не в той. Почему? Я пыталась, но я сбросила фонарик. А, у меня ты есть. Здесь? Так, я ухожу. Говори с нами.
поэтому я... Вот ты. Артём, у тебя 50 рассудка. Артём. Да блин. Не, испытывайся. Ну. Он потушил свечу, ребят. Духомин, да? Он все-таки там. Он свет вырубил, кстати. Вот сволочь. А, ну значит, он может из тех быть, кто в холоде передвигается быстрее. Я включу. Хорош. Он, конечно, может быть еще из хейтеров света. А, это ты включал свет? Да, я. Да. Он просто выключил его? Это я включал и выключал, блин. А, все. Огонька я не вижу. Артём, скушай таблетку одну штуку. А где таблетки? Вон они стоят, вон они стоят. А, вижу. А может быть просто из тех, кто еще охотится на одного только? Все может быть. Я видела его по лазерным. Если что, лазерный проектор. Это они, ребят. Либо они, либо это. А что там еще? Минусовая температура, МП-5 и лазерный. Окей. А, ну окей. Это точно профессионал или мы слишком хороши? Да-да-да, Артём, иди умри, мы посмотрим, как мы хороши. Да, давай, Танюха, иди умри, слей нам катку, давай-давай. Да, я хорошо умер, тебе не понравилось? Я был таким смелым в этот момент. Наша страховка плакала по тебе. Но, кстати, вообще, я как думала, довольно-таки сложно. Мы можем крестами обложиться. Надо просто кого-то пустить на фарш, а второй, чтобы это видел. Ну, я вложу в эту экспедицию как-то... Не-не-не, Валер, ты точно туда не идешь. Я не иду туда. Касается. Ну что, давайте я схожу, умру, а кто-то посмотрит. Кто хочет посмотреть на мою смерть? Я могу, у меня есть. Черного возьмите. Так, а как его зовут еще раз? Сейчас. Джон... Джон Ланкастер. Но нам не надо, чтобы... Если кто-то умрет, это не паранормально, в этом-то и прикол. Нам надо, чтобы он что-то скинул. Типа, ну не знаю, тут же самый распятие. Попробуйте. Ну, короче, Таня, пошли умирать. А почему сразу же мы вдвоем? Сейчас я тоже распятие возьму. Да-да-да. Ну, потому что я один, я боюсь. А вдвоем... Есть шанс, что кто-то мы сейчас справимся, мы его уничтожим. Так. Сейчас я проверю, как бросать. Все, я проверил. Сейчас мы попытаемся. Идем. Как мы должны, кстати, умирать? Я просто плохо. Я не знаю. Может, в этой комнате мы лучше умрем? Так, я сижу за камерами. В записях ничего нету. Ну что, позовем его по имени? Ну, он не хочет ничего делать. Ну, потому что мы его еще не проводили. А может, ты что-нибудь нам столкнешь? Кто-нибудь уронишь? Да, и с распятиями мы такие уронишь, что ли? Ну, типа у него активность 0. Обидно. Тут холодно стало. Артём, Джонни. Джон. Вон Кастер. А тут, кстати, щетку кто-то уронил. Кто это сделал? Кто уронил щеточку? Джон. А, кстати, он сюда ходил. Джон. Он сюда ходил. Видимо, он... А, он шампунь уронил, кстати. Щетку и шампунь. Джон Ланкастер. Джон Ланкастер. Давай, Джон Ланкастер, я готов бросать его в распятие в твою сторону. Джон Глопыдин. Ланкастер. Он включил воду, ребят. Он что-то кинул. Я это видел. Это должно было засчитаться. Уходим? Я его Джоном зову. Посмотрите, там засчиталось, нет? Джон. Уже десятка. Бро, посмотри, засчиталось задание. Джон. Бро, задание засчиталось, посмотри. Чё?
Задание, говорю, засчиталось или нет? Посмотри, я видел паранормальное. Не, не, не. Нет, не засчиталось. Сволочь. Вы, кстати, вы раз все говорили, я почему-то вас не слышала. Ну пошлите еще раз. Я бегу. Ну он, кстати, это... воду включил и кидался там зубной пастой. Может, вам это попробовать сфоткать? Он, а кто взял котик? У меня распять. Вот, ой, он, кстати, воду сделал. Да, я же говорю, он тут еще кидался чем. А нам нужно, кстати, сфотографировать воду. У кого-то есть фотик? У я меня не взял. Нету. Я за фотиком. Не, я одна тут не останусь. Я слишком сыкотная. Я один не останусь, и мне слишком страшно. Хорошо, сейчас. Я выкину ненужную штуку. А у нас фотика ни у кого нет? А кто-то брал фотик? У нас есть камера, но нет фотика. Ну, значит, без ну, фотика. Походу, нет. А, у меня фотик. А, лут. Попробуйте сфоткать, что он там натворил. Да, фотик. А, Ладошек, ты нас прикрываешь раз пять? Двоечка. Хорошо. А, активность на нуле, если что. Ты, ребята, уходим, засчиталось, по-моему. Нет. А, ну тогда не уходим тогда. Ну, на доске, по крайней мере, не выполнила. А чё тогда фоткать-то? Да нам надо стать свидетелями паранормального. Но мне кажется, это надо сфотографировать. Ну, я сфоткал воду. Я могу еще потратить. Ну, что-то, да, и... что-то не происходит ничего. Ну, кинь что-нибудь, а? Ну, что, слабо кинуть, что? Ну, ты че? А что? Кто включил свет? Выключаем свет быстро. Ну, походу, призрак. Скрест сработал, ребят, уходим нафиг. Я... минус один крест, ребят. Съел его? Ну, походу, он хотел атаковать, но крест сработал. Серьезно, может, до сих пор не... нет? Мы типа исфоткали кидать, и крест. А держать в руках? Может, видимо, кто-то должен умереть, я без понятия, что означает это вообще. Ну, обычно это надо быть свидетелем, типа, вот того, что что-то кто-то творит. Свидетелем охоты, я так понимаю. Ну, либо охоты, но... у нас Танюха уже довольно, ну, низко упала. Плюс мы у нас забить. Минус через. Ну, либо забить нафиг. Ну, у нас и таблетки есть, что есть, так что решайте сами. Ну, я просто не знаю, что надо делать. Надо в реале умереть, что ли? Ну, я думаю, надо пережить охоту. Мы пережили. Ну, если охота, тогда работы. Сейчас, подождите, подождите. Ну, Джон Ланкастер, сейчас я сделаю нам охоту. Надо пережить ее, если что. Не умереть. Она из двери будет кричать. Да, я сейчас сделаю нам охоту. А, ну может радиоприемник я тогда возьму, так ладно. А, фотик, пошел вон. А, ну чтоб не выглядел икон. Танюк, я никогда не забуду твою жизнь. Да-да-да, сейчас я буду очень смело смотреть. Брони, иди туда. Джон Ланкастер, Джон Ланкастер, Джон Ланкастер, Джон Ланкастер, Джон Ланкастер, Джон Ланкастер, Джон. Ой, нет, мне так страшно, Джон Ланкастер. О, нет, надо бежать, бежать, бежать. На что у него там было еще триггер? Ой, я вижу свой Джон горящий крест. Джон Ланкастер, Джон Ланкастер, Джон Ланкастер. О! Опа! И что это было? Что это было? А, это была недоохота. По логике должно сработать? Да, сработало. Вот это паранормальщина, я понимаю, да. Ну все, можно уезжать. Все сделали, они все отметили. Все поставили он. Да. Ну и
Под раскаты грома. Как много от денег дали. Ну все, мы молодцы. Ну думаю, да. Нифига мы сегодня бабла подняли. Да, вот я кнопку выхода перепутал. А что ты сделал? Так что если волос выкинул из лобби, извините. Ну я сам вышел. Окей. Ой, ну неплохая последняя каска была. Да, так сказать, конечно, бюджет свой не отбили, но все же. Ну, думаю, можно закончить фосмофобию да. Сегодня. Ну и на полгода, я думаю, можно удалять заново. Не-не-не-не-не-не-не. Удалить устройство. Я удалила фосмофобию. Yes.